Директором муниципального предприятия ДРС «Уголс» представлена прямая информация о степени готовности дорожного хозяйства к предстоящему зимнему периоду. В целях ускорения процесса производства работ по прокладке трубопровода и ремонта улицы Галя Ешева муниципальным предприятием ДТА по каналу «Уголс» увеличено количество бригад, работающих в ночное время. Завершена укладка 9 трубопроводов, проходящих через дорогу. Траншеи засыпаны согласно нормативам. Полное окончание работ по засыпке траншей, промывке и испытанию дезинфекции трубопровода предполагается до 11 октября текущего года. Затем будет выполнено поэтапное переключение потребителя на новый водовод.